В Симферополе успешно ликвидировали условное ДТП на участке федеральной трассы в Крыму. По легенде учений, водитель автомобиля ЗАЗ-968 на кольце, перестраиваясь в соседнюю полосу, столкнулся с автомобилем ЗИЛ-130. В результате ЧП имеются условные пострадавшие, которые нуждаются в срочной помощи спасателей и медиков. Добраться до водителя и пассажира было непросто. Они оказались зажаты в деформированном авто. На место происшествия прибыли пожарно-спасательный отряд на автоцистерне, отряд главного управления МЧС на спецавтомобиле и врачи. С помощью гидравлического инструмента пострадавших высвободили из машины и передали докторам для дальнейшей госпитализации. По сценарию, одному из них нужна срочная транспортировка в больницу Ростова-на-Дону, которую осуществляет вертолет Ми-8 МЧС России с помощью спецмодуля. Это система с носилками и медицинской техникой. Движение на аварийном участке по временной схеме организовали сотрудники ДПС. Всего в учениях участвовали 21 человек и 9 единиц техники. По статистике, за прошедший период 2017 года на территории полуострова пожарно-спасательные подразделения реагировали на 269 дорожно-транспортных происшествий. Рост по сравнению с прошлым годом составил порядка 150%. К сожалению, при этих дорожно-транспортных происшествиях пострадало 569 человек, что практически в два раза превышает показатель прошлого года. И из них 66 детей.